Нормально. Ну стекла разбитое вижу, да. Вот, смотри, машина залетела. Ага. Вот, второй этаж. Я вижу. У вас визиточки нет? У меня? Уже Россия нам поможет, не работает. Я не могу сказать, я не... Потому что из-за... Вот бендеры как гнобят русские. По-русски нельзя говорить, нельзя документацию. Я просто увидел. Я ему вот говорю. Вот пусть он это все, потому что европейцы тоже врут. Телефон есть? У меня нет. Потому, я без телефона, я потому что врут и эти все, западная вся пресса, вся на врет. Ничего правда. Все эти сволочи. Они говорят, что бедные не страдают. С другой стороны хорошо поливаем.